Сегодня мы рассказали об экспозиции Тамары Андреевой. Нам стало интересно, какие вообще выставки горожанам интересны? Достижения какие научные. Ну, картинки хорошие. Так это интересные скульптуры. Чтобы за душу брали. Да, представляются фотографы разного рода такие. Постмодерн, все дела. Ну, меня вязание интересует. Все, что есть, можем посмотреть. Ну, автомобили, допустим. Дочку интересуют животные. Вы знаете, вот народное что-нибудь такое, вот наше национальное, очень даже интересно, мне нравится. Вот эти всякие поделки сейчас же делают, они очень даже ценные. Вот всякие там матрешки или там какие-нибудь там из ручной работы. Вот это мне очень нравится. Книги тоже нравится посмотреть. Электроника какая-то. Картин посмотреть я бы пошла. Ну, мне вот, например, интересно картины. Большинство предпочитают живопись и скульптуру. Кому-то интересны выставки технические и необычные. Кстати, в Германии вот уже много лет туристов удивляет необычная выставка, посвященная лжи. В музее представлены подделки. Увидеть можно усы Адольфа Гитлера, ухо Ван Гога, крики пассажиров «Титаника», ковер-самолет и другие необычные экспонаты.